Ну что, раз, всех приветствую. Мы продолжаем проходить прототипчик, да, плотненько продолжаем его проходить, потому что надо, потому что, блин, что-то ее давно не было, этой игры на канале, в принципе, понятно почему. Да. Потому что проходил более такие, чуть другие проекты, и, как говорится, я на все проекты, на все игры не разорвусь, поэтому потихонечку все проходим. Вот. Может, я не помню, что было, поэтому, знаешь, поудобнее наливать чайку, кофейку, рядом пить такую шит, рядом чай пить, кофе пить или пить воды. Чего сразу поудобнее, надевайте пледик обязательно, рядом просмотра. А мы начинаем. О, привет! Нас с вами, знаете, сколько опыта? 204 тысячи. Ну так, на всякий случай вам говорю. Тебя охуенная тема. Термовидение видение позволяет вам видеть сквозь дым и другие загрязнители воздуха за счет ограниченного визуального диапазона. Используйте термовидение, чтобы фиксировать врагов, когда они скрыты от вас дымом или облаками. Ну кахлыс, блядь. Давай вот эту тему с тобой еще сделаем. Движение с тобой тоже прокачаем. Что у нас здесь можно улучшить? Скоренный рывок. Увеличить скорость расстояния вашего рывка вот с помощью улучшения. Меняйте быстрые прыжки по стене с помощью улучшения. Объединяйте быстрые прыжки по стене с помощью улучшения цепности за стену. Подходит для быстрой смены направления движения, увеличивает общий контроль движений. Это сколько он стоит, понимаете? Ну давай, его. Живучесть. Семь тысяч. Добрый вечер. А что это значит? Да, вот это ладно, стоп, прокачаем. Собственно, нам с тобой куды? На звездочку, да? Вы получили вашу первый сенсор навык. Удерживаете ЛБ, чтобы вызвать кольцо выбора навык. Затем с помощью R. Вот этого хуйни, блядь, СК. Выберите его, активируйте выбранный сенсор.
Хорошо. Сенсорные навыки улучшаются в вашу сплять, помогая обнаружить другого на поле боя. Да блять. Чего так делаешь? А, во. Аккуратненько мы бежим. Давай посмотрим, начнем задание с тобой. Да. Where are they landing? Southeast Manhattan, but the carrier, the USS Reagan, is supposed to remain off the southern coast. I wonder where those trucks are heading. Where are they going? I bet McMullen is there. He did this to me, and I'm gonna find out why. And then? Then I'm gonna make sure he never does it to anyone else, ever again. This is a fortress. Someone here knows McMullen, and they'll tell me everything they know. И как мне это сделать, блядь? Ебать, тут челиков. Ой, блядь. Прошу прощения.
possible sighting up ahead, Jay. Блять, ну вот интересно, как мне там пройти теперь нахуй? Через дома, ебать. Тут этих датчиков. Лес, наверное, вот так вот. Блять, там тоже датчик, прикинь. Ты прикинь, там тоже датчик. Плюс опыт. Бля, как мне через этот датчик проходить? Ну хоть так. Эти технологии могут определить, где я и где я был. Они обычно где-то прячутся. Да, как не годится. Thank you.
Ай, да всем похуй, да? Да, тогда проще в Человека-паука поиграть. Человек-паук попизже хотя бы, блядь. Блять, может ты... Бля, как попасть по этой? Я пока хуй на это работает все. Я реально не знаю, как это работает. Мне сложно как бы это. Блять, может ты. Я не знаю, честно, блядь. Пизда просто. Не можем эту хуйню пропустить уже. Let's go, короче. Вот так хуярить. И кого ты перенаправляешь? А, вот так можно даже. Блять, тачка черная сейчас была. Ну,
Да, может, ты будешь меньше, блядь, стоять надо. Go, блять. Просто танку пизда уже, понимаешь? Блин, собственно, блин, нет, прикольная игрушка, но нее тяжело играть на геймпаде. Вот Бэтмена примерно, кстати, Бэтмена самое то играть на геймпаде. В него прям пизда тяжело, кстати говоря, прям тяжело одной. Выполнено. Бля, танку пизда уже. Бля, вот прикольно тем, как на этих, как бы ташке можно и на танке покататься, и пешком побегать. Но на тачке здесь нельзя покататься, к сожалению.
От души, брат. Сюда нахуй. Поехали. Добрый путь мы едем с вами, в добрый путь мы едем, да, в добрый путь, в добрый путь, в добрый путь. Пу-пу-пу-ру-пу-ру-рум, пу-ру-ру-ру-пу-ру-рум. Все, мы выполнили задание. Настолько легко все было. Настолько все легко было. Становится хуже. По городу пошли всплески. Появились охотники. Спасибо, Грин. Черная стража объявила карантин острова. Стало ясно, что Макмаллен, глава исследовательского отдела Гентека, связал всех нас воедино. Он работал на Черную Стражу, он изучал Грин, мы с Карен работали на него, ну, раньше. Он знал, кто я, и, возможно, знал, что с ним случилось. Я подумал, если я найду Макмаллена, я найду себя. Ну и что он тебе сказал? Макмаллен? Много всего. И даже кое-какую правду. А потом? Потом? Потом он умер. Кто сзади нас стоял? Кто стоял сзади нашего главного героя? Интересно, интересно. Че, погнали туда? Навык спринта. Начнем задание. Среди детекторов, если они могут следить меня, то выследят это Дану. Thank you.
Ебать, сколько? Блять, ты чё, блять, сколько датчиков нахуй? Я не знаю, ребят. Я не знаю. Ребят, давайте так. Эту серию оставим так. Дай-ка посмотрю управление для начала. Сделаю. Все, так, серия это останется так. Коротенько пусть будет. Ни о чем, в принципе. Но я обещаю, что следующая серия будет поинтереснее и подлиннее. Поэтому спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ваша поддержка вам не сложно, мне приятно. Спасибо, кто заранее это сделал. Телеграм-канал на ваших экранах, там инсайды, не инсайды, для меня видео, все есть, короче, в общем, посмотри, зайди, подпишись тоже, мне будет приятно. В принципе, все, увидимся в следующих сериях, в других играх, может быть. Давайте.